реальность. Понимаешь? Нет, я на своем лучше это сделаю. Я лучше на своем это сделаю. Уже включено, уже в прямом эфире. Давай. Мы решили выйти чуть-чуть пораньше, потому что я взбесил уже всех, включая Женю Белозерова. На чем вот эту вещь говоришь? Я больше не буду говорить про Женю ни слова. Зачем? Я общение. Я это. Ты спросил своих ребят, где есть они, кто. Ребят, вы сегодня приедете на семинар в 18:00? Если нет, тогда я вас буду регистрировать всех онлайн. Если вы сегодня приедете, тогда я здесь задерживаюсь, и целая команда будет отвечать вам на ваши вопросы. Ты там будешь? Да, я здесь прямо сижу. Смотрите, ребят. С 18:00 до 20:00 я буду ждать вас здесь до 20:00. С 18:00 до 20:00. 20:00 я отсюда убегаю. Вот, я в офисе нахожусь. Сейчас я вам покажу, где это находится все. А вы представляете ли вы в Германии? Посмотрите на сайте nlstar.com. Есть ли в географии Германии? Я сам пока еще не знаю. Итак, вот эта арка, где номер Невский 104. Как видите, оттуда пилить, наверное, метров 150. Доходите до сюда, вот так идете. И здесь справа офис. Офис NL International. Вот он. Хоп-хоп-хоп, поднимаетесь по лесенкам. Здесь до 21. Ребят, кто зарегистрировался, у вас сегодня за последний день, когда вы можете активировать свой контракт и стать полбогом или полубогом в моем паблике ГОСТ. Жду вас с 18:00 до 22:00, чтобы вас активировать. Я думаю, вы уже поняли, что компания офигенная. Это бабла зарядили. До свидания. Заблокировать. Ты многих забанил в группе? Нет еще. Только те, кто оскорбляют, или те, кто вообще невежественны. Кто ведет конкретную критику такую, ну четкую, того я оставляю, даже возвращаю из царства мертвых, из Уаида. Завязывай с этим, пока не поздно. Я только начал. Ты теперь о другом можешь говорить? Нет. О спорте я уже наговорил. 400 роликов на канале «Мясо по ГОСТу». Смотрите, я все уже про спорт рассказал. Щукин в теме. Не знаю, с Саней не разговаривал. Как дела у Ковки? Ковка в системе. Ковка в системе. Он является богом. Я занят. Серега Ярославцев тоже в теме. Он тоже является богом. Он, кстати, имеет должность Дионис. Спорт-темы нет, ребята. Спорт-темы уже не будет никакой. В силу того, что вы меня сами подначили на то, чтобы я занимался только бизнесом. Про спорт я вам рассказал 400 видео на канале «Мясо по ГОСТу». Ну хватит уже, мне скучно. Я хочу деньги зарабатывать и научить вас их зарабатывать. Нечисть, блин. Незнайки. Изучите, блин, NL International, что за компания. Самая офигенная компания в мире. Запомните это, блин, на всю свою жизнь. И попробуйте мне найти какие-то доводы. А спорт это ушел совсем, а как же подготовка 2016? Я же сказал, я готовлюсь на осень 2016 свыше 100. И возможно я приеду в Москву и пообщаюсь с Вячеславом Угриновым, может он мне даст добро. Если в Москву не приеду, тогда ну, Андрей Анатольевич меня будет готовить. Я надеюсь, он не откажется. Просто норм общайся. Так вы со мной тоже норм общаетесь. Я же вам всегда говорил правильные вещи, правильные советы, правильно? А вы меня заняты. Слышь, я тебе сказал, меня переключить. Сама. Вот сама себе и переключай. Я никому не подчиняюсь, ни одной женщине. Но одну могу выслушать. Да, тебе большой привет. Пока не буду говорить кому. Но вы сами все узнаете. Это будет Гера. Богиня Гера в паблике ГОСТ. НД вкусная тема. Она офигенно вкусная. Сейчас еще сладкие вкусы появились. Они вообще просто отпад. Их вообще не найти. Разобрали только в лед. Тебе все доводы Сулин объяснил. Какие-то хлипкие у него доводы. Я уже его разнес на своем канале. Так. Amway. Ну, если мне Amway сделает клевое предложение, я соглашусь и заняться Amway. Почему нет? У них тоже качественные товары. По идее, разницы особо нет, в какой сетевой структуре вы работаете, в каком сетевом маркетинге. Почти все виды бизнеса, ну, точнее, не все, единицы. Конечно же, единицы, где реально качественный продукт. Разнес, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, заблокировать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, вкусные, ребят, говорят, разнес в хлам. Да, заблокировать, разнес ты свою репутацию, заблокировать, ребят, ну извините. Да как хотите, понимаете, я уже не отступлю, вы меня никак не переубедите. Это прям цель моей жизни, доказать вам, что НЛ это круто. Там есть сахар? Да почитайте на упаковке, глаз нету, что ли.
Зайдите на сайт nlstar.com или настолько ленивый, чтобы, блин, прочитать на банке, что написано. Вы спрашиваете меня, задайте лучше какой-нибудь конкретный вопрос. Грям, привет, Тай на связи. О, Таю, большой привет. Белтексу, большой привет тебе, дружище. Молодец, мы за тебя. Джип Go M, спасибо тебе большое. Я рад, что вы за меня. Я буду вас веселить, короче говоря, все это время. Завтра мы едем в Москву, я еду. Надеюсь, Демид от меня не откажется, как многие партнеры. Стыдно за таких партнеров, честно, которые не помогают. Я 7-й день и нашел только там 5-х, наверное, 6-х партнеров в этой компании, которые мне помогут и встанут на защиту компании NL International. Все остальные считают, что это бред, что это все не нужно, что нужно все это делать втихушечку, все это делать из-под полы, где-то что-то там. А я не могу. У меня аудитория 100 тысяч с лишним людей. Если я заявляю о том, что NL это круто, значит NL это круто. Я буду отвечать за свои слова. Пожалуйста, кто хочет меня начистить, пожалуйста, с 18.00 до 20.00 я жду вас здесь. Конкретные предложения. Кому интересно, как заработать бабки, приходите, я объясню с 18.00 до 20.00. Кто-то устроил диверсию в моем паблике, кто-то из божеств. Все божества решили своей силы божественной и теперь все смертные. Назначены только два бога, Аид и Посейдон. Все условия в паблике ghost.g.o.s.t. Спор бросил ради херни, это оскорбление, для меня это очень важно. До свидания. Демид куда пропал? Демид скоро появится, он где-то что-то проводит, какой-то семинар или мастер-класс. Завтра мы с ним увидимся. Не слушай никого, кто ничего не делает, тот ничего не добивается. Ну, естественно. Я делаю, я первый заявил о том, что НЛ это круто на всю страну и на несколько стран. Я буду это доказывать. Можете отписываться с паблика «Мясо по ГОСТу», он был переименован в ГОСТ, в новый совершенно паблик, который посвящен спорту, только косвенно. Игорь, что за девушки в офисе? Очень красивые девушки в NL International. В Москве семинар будет. Надо с Демидом пообщаться. Я думаю, мы что-то придумаем. Думаю, будет семинар, сделаем. Я не партнер NL, но перепробовал почти все вкусы еды. Мне нравилась тема лично, по мне рабочая. Конечно, она рабочая. Это функциональное питание. Это не спортбит. Трансляция будет семинара. Я не знаю. Кто-то устроил мне диверсию. Вот вы мне устраиваете диверсию в пабликах. Я вам хочу устроить диверсию на прямых трансляциях. У нас же должно быть честное сотрудничество. А вы там какую-то херню делаете. Ну ничего страшного, сообщество будет восстановлено. И будет называться оно ГОСТ Резерв, а мясо по ГОСТу будет переименовано в ГОСТ просто. Игорь, видео втором приведи факты, пожалуйста. Хорошо. У Цацулина есть 7 дней, чтобы ответить мне на мое видео, задать мне вопросы на мои ответы. Как только он их задаст в течение недели, я делаю в течение недели ответное видео с подробным описанием каждого ингредиента, если это необходимо, и почему это так, а не иначе. Зачем Миронова послал матом? Ну, потому что послал. Потому что он про Energy Diet говорит хрень, а я говорю, что это круто. Вот поэтому я считаю его точка зрения необоснованной, и что он маленький мужчинка, который ни на что не способен, кроме как вонять по интернету. Вот и все. Какой средний бюджет на еду в месяц должен быть у человека-потребителя? От 8 до 9 тысяч рублей, там же есть валюта PV, 70 PV нужно делать, минимальное количество PV в месяц, чтобы оставаться в системе и наслаждаться дарами. Сколько получаешь в месяц? Ну, я вам покажу, сколько я завтра заработаю. Расчет 31 марта. 1 марта я покажу вам, какой у меня счет за 7 дней работы в NL International. Итог подвел голосование красиво. Ну, по-моему, честно я подвел. В первом видео ведь было мало фактов. А у Сосулина было что, много фактов? Или у Миронова было много фактов? Какие вы мне видео прислали, такими я и отвечаю. Разве не доказал Сосулин рождить? Нет. Я не верю этому школьнику, который жрет бургеры и пельмени и считает, что это нормально. И с этого можно хорошо набирать. Я считаю, это бред. И Цацулин просто выскочка, который не имеет даже технологического образования и повара. Я-то хоть спортсмен, хоть мастер спорта по бодибилдингу. И что-то заработал, понимаешь, в своей жизни. Понимаете, ребят. У меня хотя бы есть хомяк, земля, недвижка. У меня хотя бы есть что-то. Я умею зарабатывать деньги, в отличие от Цацулина, у которого денег нет на то, чтобы купить банку, блин, Трибулса Терестиса, ё-моё, для него это слишком дорого. Игорь, не пропиви, насколько нужно покупать, как еду для себя, на 8-9 тысяч рублей.
вы покупаете на 8-9 тысяч рублей на себя продукты любые, не обязательно это Energy Diet, есть другие, есть косметика, бытовая химия. Выбирайте то, что вам нравится, и рекомендуйте то, что вам нравится. Все. И вы получаете бонусы сразу же себе на счет в размере там, 3 или 5 тысяч рублей, когда вы активируете свой контракт и покупаете на себя, блин, продукцию. Ты про Зацулина вначале говорил совсем по-другому, мол, у тебя почетно зарубиться с ним. Мне почетно, но мне же нужно поддеть его, понимая, чтобы он начал снимать что-то конкретное. Я поддерживаю его во многих вещах, он делает классные видео, но когда он затронул Energy Diet, для меня это был вызов. Вот и все, я на него ответил. Зацулин отвечает. И, кстати, у меня в паблике ГОСТ, ты у меня являешься Кроносом. Узнай, кто такой Кронос. Это твоя судьба. А каким образом, не успел прочитать. Фуру с дизлайками ценил, высерал свой... А, так понимаете, в чем дело? Я до этого добиваюсь, у меня теперь статистика обратная. Понимаете, в чем дело? На Ютубе лайк равно дизлайку. Понимаете, вы меня намного больше начинаете обсуждать, если вы ставите мне дизлайк. Возьмем 10 человек. Если человеку понравилось, скольким людям он расскажет из этих 10? Троим. А если ему не понравилось что-то или вам что-то не понравилось? Из 10 людей скольким вы расскажете о том, что вам не понравилось? Как минимум 7. То есть дизлайки работают как минимум в два раза круче, чем лайки. Поэтому ставьте мне дизлайки, я буду вас бесить очень долго, пока не переубежу вас, не переубедю. Зачем говорить, что выскочка, а сам за рубу с ним мутишь? Ну, хочу и говорю. Убедите меня, что мне не нужно с ним рубиться. Зачем Валерон удалил? Он настроился. Я удалил вообще всех друзей, 10 тысяч друзей. Я сейчас в Валерона зайду и обратно добавлю. Пускай меня добавят друзья. Что ты наделал? Я делаю историю. В Ташкенте официально представлена продукция НЛ. Вы посмотрите в географии. В географии НЛ на сайте nlstar.com, где она представлена, эта компания. Жерихов не потянул на эту тему? Нет. Он от меня открещивается, говорит, что со мной общается только на спортивные темы и особо меня не знал. Спасибо тебе, Леша, я это припомню. А мне его жаль, троллили, не знаете ничего про Energy и говорите. Да, это очень ржачно, когда ты знаешь правду, истину, и они пытаются тебе незнайки что-то доказать. А если работать в НЛ, обязательно продавать ЕД? Нет, ничего продавать не надо, вы только рекомендуете то, что вам реально нравится. Вы можете вообще к ЕД не притрагиваться вообще. Притрагивайтесь к косметике, к бытовой химии, к батончикам от Дениса Семенихина. Или вам показать, кто в нашей конторе. У нас Костя Цзю, Денис Семенихин, Ирина Хакамада, Дмитрий Дебров. Блин, этих перечислять их можно очень долго. И долго, и долго. Почему эти люди согласились работать в нашей компании? Ну, пошевелите своей кочерышкой, для чего она вам нужна? Реально, блин, с качками. Вот реально складывается впечатление, что качки реально тупые. Я, конечно, тоже качок и тоже туплю. Но иногда вы просто все возможные грани переходите от тупизны. Позор. Сейчас вам покажу, кстати. А, вот Костю Цзю я, кстати, уже показывал. Я уже злой, ребята. Просто злой на вас всех. Я прекрасно понимаю, что меня могут скоро заблокировать в компании NL International, но я не обижусь. У меня есть предложение от двух компаний, я не буду называть какие, потому что это противоречит политике компании. Но у меня уже есть два предложения от других сетей, которые хотят меня заполучить. Но я уверен NL International, я докажу, что эта компания номер один в мире. Знаете почему? Чтобы вы и я ездили вот в таком салоне. Сядь за руль Mercedes-Benz. Не задолбанный там какой-нибудь, блин, ТАСС. Занимайтесь честным бизнесом, честным продуктом, блин. Зарабатывайте бабки, вам компания позволяет зарабатывать быстро и законно. Быстро. Все нас быть долбоебами, Игорь, глаз народа, глаз божий. Бам, до свидания. Конечно, бред, бам, пошел в жопу. Кредитный Марс, это ж, ну, короче. Ты на ББ мало зарабатывал, достаточно, но мне хочется больше. У меня есть мозги для того, чтобы зарабатывать в других структурах, поэтому я ушел в ту структуру, где сетевой бизнес, потому что за ним будущее, Роберт Киосаки, Дональд Трамп вам это подтвердят. Ну, еще другие, куча других людей, которые более компетентны в этих вопросах, чем вы. Новичочки, которые вообще не вкуривают, что такое сетевой бизнес. Можно ли кормить младенцев этих продуктов? Можно, скорее всего, посмотрите на банки.
В сети есть скан твоей приписки, где ты говоришь негативно о ЕД, говоришь, что это соевая херня. Так оно и было 1.5 года назад, когда меня пытались завербовать в эту компанию. Однако сейчас поставщики наладились, и у компании появились реально натуральные компоненты, лучшие по качеству, и компания стала производить намного лучший продукт. Об этом говорит, об этом, кстати, ролик выброшу в паблике ГОСТ, где разговор идет об НЛ International, взлеты и падения. Как раз вы ответите себе на этот вопрос. Очнись, пока не поздно. О. Ребят, смотрите, Ксюша довольна. А это разве можно есть в офисе? Бананы всегда. Ты не нарушаешь? Самый сексуальный фрукт. Ничего. Представляете, сколько мы с Ксюшей, как я ей, бедняжке, выношу мозг каждый день. Да. Она уже все уже... Я уже пить начала, реально, алкоголь. Я его не пью вообще. Я всех достаю, не только вас, но и компанию НЛ. Игорь, тогда каким образом он должен... Можно тоже зачуть? Да нет, шучу. Привет. Привет, а ты расскажи, кто ты, как тебя зовут? Новый участник NL International. А ты подключился уже? А, вчера взяли там какой-то раунд. И почему ты, почему ты подключился, расскажи. Ты же новичок, почему ты подключился? Все же говорят, что это полная хрень, почему ты подключился? Меня не репетировали, я это все давно знаю. Что просто именно? Вчера почему-то... А пришел... что ты знаешь про эту компанию? Расскажи в двух словах. Не, про эту компанию много не знаю. Вот сейчас пришел поинтересоваться насчет продукта. Я понял. Ну ты же, ну ты уже активирован. MLM бизнес просто знаком. Ты уже активирован? Ты уже купил продукт? Нет, нет еще. Вот сегодня я буду узнавать все. Я понял. Про продукт. У нас, кстати, семинар 18.00. Нет, еще Влад. Кто это Влад? Знаете, кто Влад? Влад? Я не знаю. Влад провожу. Во. О, Влада ты еще сегодня. Здравствуйте. Очень позитивная атмосфера, ребята. Очень позитивная. Я готов работать. Ну так что, давайте, ребята, хочу вас активировать вообще. Те, кто зарегистрировались, и давайте работать. Можно питаться только Energy Diet? Нет. А, нельзя? Не надо, да, этого абсолютно делать. Да, есть программы определенные, как и какими надо питаться. Есть спортивная программа. Отлично, даже. Приходи. Это девушка-то или мама? Всех ждем здесь. Если не ждем здесь, найдите меня, напишите мне, ребят. Я буду с вами работать, потому что Игорь немножко сейчас занят более, как сказать, более идейной философией. Да, какой-то темой. Я готова с вами работать. Нормальная, да, я нормальная, абсолютно. Вы можете меня найти в друзьях у Игоря, как в Инстаграме, да, так и в ВКонтакте. Также можете найти здесь. Пишите мне, кто зарегистрирован. Смотри, Игорь, под кайфом у Игоря. Ксюши. Нет, да? я под кайфом от Кристины. Ксюша, я не очень люблю. Я влюбился в эту... Да, супер, можно ее заменить, но не надо питаться только ей. Все равно это сублимированный продукт, да, все равно нужны еще витамины, плюс там овощи, фрукты. Все это надо заменить. На самом деле много программ всяких достаточно, да, которые можно прочитать или на сайте, или в каталоге. Как сушиться на ЕД? Я же буду готовиться на 8-2016. У меня своя реабилитационная клиника. Готов вас вылечить. Пожалуйста, напиши мне, в личку. Напиши мне телефон. Скоро она понадобится, реально. Кто-то что-то покупает на твою карточку. Все в порядке. Кто это? Это я покупаю. Что? Я готова обратиться к тебе очень скоро с клиникой реабилитационной. Пожалуйста, NL Star – это официальный сайт. nlstar.com. На Украине есть? Да, конечно, на Украине есть. Пиши мне в личку. Ксения Счастливая ВКонтакте, Ксения Лорен Инстаграм. Пишите, можно я вам все расскажу и все сделаем. Нет, нельзя три банки за раз. Игорь, зачем ты меня оскорбил, сказав, что качки тупые? Ребят, я тоже качок, я тоже туплю. Я тоже бываю тупым качком. Но я выхожу иногда из анабиоза и изучаю то, что мне неизвестно. И почему-то, знаете, есть... Огромное количество людей, несколько тысяч людей в этой компании, которые убеждены совершенно обратном, которые знают правду. И что за продукт мы продаем? Точнее, компания продает, мы всего лишь партнеры. Еще раз, как ВК. Ксения Счастливая, Ксюшу можно найти. По-английски пишите. Кто знает английские символы, пишите имя. Ксюша, сколько зарабатываешь? Замотивируй. Она уже ушла, не скажет. Но она ездит на крутой тачке. Если хотите, я потом покажу, на какой тачке ездит. Ксюш, хотите увидеть, как Ксюша ест банан? И хотите увидеть, на какой тачке ездит Ксюша? Приходите, я вам не покажу. Ксюша, личку открой, тебе говорят. У тебя личка закрыта. А что у меня там с личкой? Ну, у тебя закрыта, она говорит.
Ну, нет, нет. Это уже только в офисе NL International, ребят. Не-не-не-не-не. О, в задницу. О, замечательно. Заблокировать. Игорь, наверное, на России 6-й из-за этого занял. Ребята, я на Россию вообще не попал, и 6-й стал на Питере. Из-за того, что я не мог настроиться точно на подготовку. Ну, вроде сейчас я мне даже замутировал себе. Помоги мне открыть личку, ты же монстр вообще в компьютерах. Приватность заходи. Здесь? Не-не, вернись обратно. Приватность заходи. Ага. Только, ребят, не пишите... Приватность, кто может писать мне сообщение еще? Ребят, только не пишите, пожалуйста, гадости. Я такая, у меня я очень... Я буду выступать, если вы меня будете... Ищи там, кто может писать. Вот, пиши все пользователи. Все пользователи. Все, ребят, пишите мне, только реально не пишите гадости. Я такая очень позитивная, очень хорошая. На ваши гадости я не смогу вам ничего ответить. За меня будет Игорь делать это. Так, все, жду. Все, кто хочет работать с нами, активироваться, и все, кто зарегистрирован у него, вот у этого монстра бодибилдинга в скором будущем и сетевого, пишите мне, ребята, я вас всех активирую, со всеми готова с вами работать. Игорь, скажи адрес. Скажи. Невский проспект 104, в Арку, бизнес-центр Темпо. Короче, заходите в Арку, которая слева от кондитерской Север, и фигачите... Прямо метров 150, пока не упретесь в стену. И потом поворачиваете направо и видите... Да. И видите офис НЛ. Ждем вас. Я такая, да, с банана. Вот, вопрос, когда семинар? Семинар сегодня с 18.00 до 20.00. Мы вас вообще-то все ждем, но это уже все превратилось в вебинар. Так что вы получаете информацию прямо сейчас. Смотри, какие гадости начали писать, какие-то лохи. Шлюха, верни нам Игоря. Это кто написал? Какая-то шлюха написала, что ли? Декстер Морган. Декстер Морган считает, что мой партнер, вот эта женщина, которая, девушка, точнее, которая меня привела в многомиллионный бизнес, так неуважительно относится. Я тебя сам заблокирую. Да, блокирую нафиг. Видишь, он еще, кстати, видишь, какое это сцикло? Да, я поняла, да. Видишь, какое сцикло тебе написало? Он даже скрывается. А, все, вот, он даже скрывается, он своего лица не может показать. Ну вы, ребят, ну вообще... Че, как дети-то, блин? Как вас зовешь на поединок, ни одного нету. Как свидетелей, ни одного нету. Вы че? Отвечайте за свои слова, будьте мужчиной, блин. Да. А то мы вам в точке. По поводу подготовки на сезон. Если вы хотите, чтобы я выступал, поддерживайте меня. Если не хотите, я не буду выступать. Нахрен мне это сдалось, у меня титулы уже все есть. Если вы хотите, я специально для вас подготовлюсь и выступлю. Можно ли кормить собак Energy Diet? Это вообще-то для людей продукт, если что. Игорь, ты можешь рассказать, как ты узнал об НЛ? Да, мне рассказала об этом сначала Катя Азизова полтора года назад. Я отнесся к этому не очень хорошо, потому что мне показалось, что это бред. Я не разобрался в продукте и послал все нахрен. Примерно так же, как и вы. Такой же был дебил. Вот. Но недавно Ксюша мне написала и сказала, то, что в НЛ поменяли поставщиков. Сырье стало намного выше. И это взлет компании. Реально, ЕД, Energy Diet со сладкими вкусами, просто все разобрали уже. Не успело выйти, уже все разобрали. Включите голову. И когда я начал изучать НЛ более близко, я понял, что компания-то офигенная и выпускает только офигенные продукты. Только после того, как я разобрался, я решил вступить в эти ряды и доказывать вам всем, что это круто. Но вы можете меня не смотреть, не слушать мои доказательства, вообще никак не участвовать в моей жизни и в переписке. Я вам всего лишь даю возможность участвовать в моей жизни, и я вам рассказываю, как накачаться, как я вам рассказывал, как накачаться на мясо по ГОСТу, И сейчас я буду вам рассказывать, как зарабатывать бабки в паблике ГОСТ. Если еще одна какая-то диверсия будет у меня в паблике ГОСТ, то мясо по ГОСТу превратится в ГОСТ. Я сказал мое слово, закон для меня в моей реальности. Скажи еще раз, давайте я вам Игорь, еще раз меня скажу. Назвали дурачком, заблокировать. Вы меня обзываете, пошли вы куда подальше. Давайте еще раз скажу вам, ребят, где, как меня найти везде, пишите. Я готова вам прямо отвечать на все вопросы по поводу... Да, давайте мы так и сделаем. Вместо семинара, который вы сорвали, который вам нафиг не нужен,
Вы пишите в личку. Приезжает, мы готовы это все сделать. Пишите да, приходите, хорошо. Так, Ксюнечка счастливая, это мой контакт. Буду отвечать вам все там. ВКонтакте. ВКонтакте. В директ можете писать к себе. Наверное, не надо. Достаточно ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Так ВКонтакте. Вы мне разбомбите контакт, и все. Ксюша с Одессы, офис далековато. А, зарегистрируйся, пожалуйста, я тебе всю информацию скину, и будем с тобой удаленно работать. Ну, Ксюша милаха, она, да, милаха, да. Да, прежде чем писать Ксюше, вам нужно зарегистрироваться, пройти по реферальной ссылке. По Игоря Гостюня, то есть меня. Я сейчас реферальную ссылку специально для всех запущу в паблик ГОСТ, который сейчас обратно набирает обороты. Ну, понимаете, в чем прикол? Какая-то крыса удалила всех участников этого паблика. Ну, понимаете, в чем дело? Количество участников в паблике для меня вообще не важно. Для меня важна посещаемость. Понимаете, в чем дело? При количестве участников 220 человек была посещаемость 12500 просмотров, блин, в день. Никто от меня не скроется, я всех вижу, я вижу, что вам это интересно, и я буду давать вам еще больше пищи для размышления. Игорь, ты услышишь от людей, тут дело не в НЛ, а в том, что мы тебя за другое любили. Да господи, не любите меня больше, я вас что, заставляю, что ли? Идите, блин, в другие паблики, любите других спортсменов, я поменялся, люди меняются. Мне надоело быть просто качком, бицепс, 2 по 12. Вы прекрасно меня знаете, я не любил это никогда вам показывать. Мои семинары длились 2 часа про спорт, 2 часа про то, как заработать на этом виде спорта. И мне интересно вам реально показать, как реально это зарабатывает. Как реально можно заработать. На своем собственном примере буду вам показывать каждый месяц свой кошелек, свой доход, еде. И доказывать с пеной у рта, что я самоуверенный псих. Да, я такой. Самоуверенный от слов «сам в себя уверен». То есть я в себя уверен на 1000000%. А псих в переводе с древнегреческого это душа. То есть я уверен в собственной душе на 1000000%. А вы? Уверены в том, что вы делаете? Я уверен. И меня хрен переубедишь. Водяность тебя офигевает. Да с меня все офигевают. Слабо всем на весь мир сказать, что НЛ это круто. Мне нет. А вам, видимо, слабо. Ну так вы слабаки. Понимаете, моя цель какая? Добиться уважения. То есть слабые будут уважать, а слабые... Сильные будут уважать, а слабые будут бояться и уважать. Вот моя цель. Не нравится? Идите лесом, отписывайтесь от Перископа, от Инстаграма, от моих пабликов. Вообще от всего отписывайтесь от каналов. Вы мне не нужны, если вы тупые кочки. А если вы прогрессивный народ, если вы хотите зарабатывать, если вы хотите развиваться и быть не только «я качок», «7 пост бодибилдинга», а еще вы приложите к этому чуть-чуть мозгов, то есть вы будете обеспеченным спортсменом, то если будет хотя бы там 5 таких людей, которых я переучил, значит все мои труды не напрасны. Я уже переучил их, кстати. И я с удовольствием это буду делать. Кроме того, как НЛ это круто и кайфово, доводы будут. Доводы у меня на канале «Мясо по ГОСТу» Гостюнин против Цацулина, часть первая. Не сдавайся, Игорь. Да хрен я сдамся. Спасибо большое за поддержку. Меня не остановить никому и никогда, пока я сам этого не захочу. Про богов был ответ, я просмотрел. Про богов паблик ГОСТ. Там все правила уже есть. Я сегодня вечером их додумаю, доделаю, и будет реально крутая игра. Игорь, меня тоже разблокируй, пожалуйста. Смотрю тебя с самого начала мяса. Не более, не желаю. Напиши мне, пожалуйста, в личные сообщения. Ребят, кто считает, что его несправедливо забанили, напишите мне в личное сообщение, и я вас разбаню, если посчитаю нужным. Игорь. Когда вторая часть? Вторая часть будет тогда, когда Цацулин мне сделает вопросы на мои ответы моего видео. Когда он сделает ответные видео на мое видео, я ему дал срок неделю, вы помните, есть такой пост в паблике. Как только он не делает конкретное видео с вопросами, конкретными, в цифрах, я создаю ему видео-ответ в цифрах с технологиями, со всеми делами, со всей компанией. Вы думаете, Цацулин умнее многомиллиардной компании? Блин, вы показываете себя дебилами. Вот реально, как говорят, тупые кочки – это не миф. Но кого-то можно перевоспитать, слава богу. Ты в своем видео ничего не рассказал. А разве Цацулин что-то рассказал в своем видео? Тоже ничего. Что задаете, то и получаете. Игорь, а ты Адама Бакарова знаешь? Конечно, его знаю заочно, лично не знакомы мы еще. Ты же Цацулину сказал, что норм к нему относишься.
Я ж сказал, блин, вы что такие дебилы? Я ж сказал уже, Цацулина я поддерживаю во многих вопросах, кроме Energy Diet. Мы с ним зарубились, мы с ним оппоненты. Я против его мнения, он против моего. Мы с ним оппоненты. Это называется оппозиция. Блядь. Что с вами, что с вашими мозгами, кочки? Грубиян. Да, я грубиян, спасибо за комплимент. Я говорю то, что у меня на языке и в голове. Понимаете? То, как ты говоришь, то так ты и думаешь. А как ты думаешь, так ты и живешь. Так что я читаю ваши мысли, ребят. Качки тупые, мы дебилы. Так я тоже дебил раньше был. Я реально, я люблю потупить. Люблю повтыкать во что-нибудь. Да, я бываю тупым. И что в этом? Что-то есть плохого? Все любят потупить. Я тоже люблю. Еще вопросы? Хочешь быть бизнес-тренером? Нет, не хочу. Я хочу делать дела, а не бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А вот, тут вообще дело не за НЛ, а за твой многолетний авторитет. Ребят, я никогда не впишусь в компанию, от которой бы мой авторитет пострадал. Включите башку. Столько лет я занимался своей репутацией, поднимал ее для того, чтобы сейчас это все использовать, чтобы защитить другую крутую компанию. Первая компания — это мясо по ГОСТу, супер крутая. Вторая компания у меня по счету — это NL International. Какой бог у себя в группе, не скажу. Я секретный бог. А дашь по билю 500 тысяч рублей? Конечно, если он решит, что я ему нужен, и ему нужны 500 тысяч рублей, он еще думает до первого, то есть до завтрашнего дня, что он захочет, 500 тонн или 1 700 000 земле. Либо же он еще сказал такую вещь очень интересную, он хочет под мое начало в NL International первым партнером, потому что я сейчас выстраиваю первую линию своих партнеров. То есть, если я буду зарабатывать дофига, первая линия тоже будет зарабатывать дофига. Чуть поменьше, но тоже много. Хаммер отдашь? Не отдам я хаммер. С херов ли? Нет, Сацулин должен меня переубедить. А ведь меня очень сложно сейчас переубедить в чем-либо угодно. А, так, можешь у него взорваться пукан, из-за этого он и сошел с ума. Сацулин сошел с ума? Ничего себе. Игорь уже 100 раз спрашивал, ты не отвечаешь. При регистрации требуют карту какую-то? Нет, никаких карт не требуют при регистрации. Только при активации нужно будет, естественно, купить себе товары, чтобы их потом рекомендовать. Еще вопрос. Я реально сейчас жестко буду отвечать, потому что с вами... О, развод. Что это? Мне что, развод блокировать или что? Или оставить? НЛ — это круто. Это сказал KIS317. Отдашь 500 тысяч рублей? Я же сказал. Вы спросите победителя, что он выбирает. 500 тысяч землю или хочет под моим началом. Мы посмотрим, что он выберет. Он сам вправе выбирать. Игорь, приглашаю тебя в сеть, но надо 1 000 000 вступлений. Зато потом сможешь заработать 1 000 000 000. Ну, вы докажите, что сеть работает. Я доказывать буду своим счетом. 1 числа каждого месяца в Инстаграме у меня будет счет, на котором будет доход с этой компании. Я буду доказывать, что эта система работает. Если вашу систему вы также можете доказать, что она работает, и из миллиона можно сделать 1 000 000, я отдам вам 1 000 000, вложусь и все сделаю как надо. Чужой счет? Нет, я вам в прямом эфире все буду показывать, там все прозрачно. Буду вводить свой номер ID и так далее, так далее, так далее. Ну, короче говоря, если вы не в курсе, нехрен не оппонировать. Вы будете в проигрыше всегда, потому что я в курсе всей схемы. Игорь, только не теряй форсу, это твоя фишка, гостиня должен быть большим. Естественно, я нахрен уже заряжен, я готов к тому, чтобы покорять осенний сезон. Мне ваша нужна поддержка. Если ваша поддержка будет, я буду крут. Если вашей поддержки не будет, как в прошлом сезоне, значит, я даже на сцену не буду и скажу. Мы и фанаты, отстой. Вот и все. Будете меня поддерживать, я буду говорить, мои фанаты самые крутые ребята. Как вот NL International. NL International — самая крутая компания. С самыми лучшими условиями. Я хочу, чтобы мои фанаты были точно такими же. Если мне необходимо будет сократить численность моего канала со 104 тысяч людей до 14 тысяч людей, поверьте, я это сделаю. Мне нужны люди, которые, ну, которые ограничены в собственной башке, честно. Кто хочет со мной пообщаться, приходите, я в офис NL International, я адрес уже 5 раз сказал. Хоть ну кто-нибудь там, ну придите, хоть что-нибудь мне скажите в ответ. Что с вами там делают? Мат? Бан. Мой адрес тем более бан. Как произошло твое знакомство с НЛ? Давайте я вам это расскажу в новом видео. Я жду от Бори Цацулина ответ на мое видео. Как только будет ответ у него,
на мое ответное видео в вопросах конкретных, что его не устраивает в еде, я ему сделаю ответ. Давайте так, ответка на ответку. А что это, он одно видео, а я два? Нифига подобного. Он одно видео, я одно. Баттл у нас заключался в чем? Форма, форма, расскажи про форму. На семинарах расскажу. Какие планы на вечер с Ксюшей? Нет, Ксюша, мы с Ксюшей не вместе. У меня есть своя любимая женщина, так что все в порядке. А у Ксюши есть, она ищет себе красавчика, которого хочет сделать миллионером. У нее спортивная тачка, я вам по секрету расскажу. Она очень приятная. Как без нее? Ты же против. Не понял. Тренд сейчас? Нет. Я вам буду рассказывать, если вы меня будете поддерживать обо всем. Реально все сделаю прозрачно. Лички 88. Так, вебинар сделай, пожалуйста. Почему от тебя уж... Нет, от меня никто не уходил. Мы разошлись по вообще... По общим понятиям, то есть, ну, расходились, сходились очень много раз, поэтому решили все-таки окончательно разойтись. Я нашел себе женщину, она себе нашла мужчину, мужчинку с маленькой буквы. Ладно. Я просто стебусь уже над Серегой уже настолько, что, Серег, ты меня прости, пожалуйста, но ты попал тут между двух огней, между мной и Цацулиным. Зря ты вписался против Energy Diet, я тебя разнесу в пух и прах, ну, реально. Потому что я уверен в себе на миллион, на миллиард, блядь, процентов, а вы? Уверены в своем мнении на миллиард, и вас не переубедить? Вот меня не переубедить. А в видео вообще нет ни одного довода и факта, только бла-бла-бла. Да, меня Цасулин тоже разочаровал. Ни одного факта, только бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и больше ничего. Я с вами полностью согласен. Пока ты впариваешь еды, Миронов трахает Наварскую. Да и слава богу! Они нашли друг друга! У них общие интересы есть, больше, чем у меня. Поэтому я пожелаю им счастья, здоровья, успехов в личной жизни и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я вообще радуюсь за эту пару. Мне очень, я очень рад. У меня же тоже пара появилась, ребят. А у меня женщина только самая лучшая на здесь и сейчас. И действительно, это самая лучшая женщина. Она моя Гера. Лисуков тоже вступит в ЕД? Не знаю, не спрашивал. Как переводится НЛ? НЛ? Как переводится НЛ, ребят? НЛ это что значит? Пусть будет New Life. Как это? Пусть будет New Life. New Life это? New Life Intonation. Вот вам ответ, пожалуйста. Ты на Арнольд не хочешь выступить? Если будете меня поддерживать, то хочу. А меня не пустят же на Арнольд. Я типа не прохожу. Вам рассказать, почему я не поехал на Арнольд Классик в 2015 году? А я расскажу. Меня не пустили. Потому что я не входил в шестерку на чемпионатах России на протяжении 2 лет. И меня не пустили на Арнольд именно из-за этого. Ссылаясь на то, что я не прохожу под критерии. Понимаете? То есть я в 2012 году последний раз выступал на чемпионате России и занял 4-е место. То есть следующие 2 года я могу выступать на международных соревнованиях. То есть это 2013-2014 год. Прошлый был год 15-й, поэтому я типа был не у дел. И из-за того, что я не прошел квалификацию, меня не пустили. Именно поэтому. Но проблема в том, что как минимум 2 фамилии ехало на этот турнир, Арнольд Классик Европа, которые вообще даже ни разу на чемпионат России даже не вставали ногой. Протоколы до сих пор везде висят, и заявки тоже. Можете посмотреть, что это за фамилии. И ну, посмотреть, справедливо ли то, что меня не пустили в федерацию. Я сейчас понимаю, что за моими словами сейчас пойдет, даже может пойти дисквалификация из федерации, но федерация сама была не права, делая мне такую хрень. Но если вы мне сделали плохо, я вам тоже хочу сделать не очень хорошо. Мне, видите, мне карьера спортивная, она мне не нужна, мне интересна больше бизнес-карьера. И теперь я могу говорить смело. Если я получу дисквалификацию, теперь, ребята, я буду рассказывать о допинге, вообще обо всем, обо всех секретах, потайных ходах и так далее. То есть, реально, я вызов сейчас и могу сделать еще и всем остальным. Привет. Смотрите, как смотрят на меня здесь люди в этой компании. Все улыбаются и восторженно на меня смотрят. Понимаете, я тут вообще реально тут задвигаю тему. Продвижение НЛ первая ступень идет через популярных людей? Нет. Не через популярных идей, через верных людей. Через моих верных друзей, которым я могу доверять. Потому что я только о них забочусь, ну, это мои лучшие друзья, я о них забочусь, чтобы они зарабатывали больше всего.
Хватит пытаться подъебать Игоря по поводу Дарьи. Скрытая зависть — это хреново. Спасибо тебе большое. Муа, красавчик. Мститель, да. Лисаков не просушить. Ну, что поделать. А Геру когда покажут? А Геру покажут, не знаю. Все на ваше поведение. Ребят, оцените мою идею по поводу игры, основанной на древнегреческой мифологии в паблике ГОСТ. Я понимаю, для вас это бредовая идея, но я хочу попродвигать эту темку. Потому что здесь реально чуваки такие креативные, им все интересно, все, что я придумываю, я буду придумывать еще больше. Правила виртуальной игры в реальном времени – это просто паблик, в котором творится что-то интересное. Рука-лицо. Какая игра? Плохая? Бан. Бредовая? Она офигенная? Бан. Конструктивная, пожалуйста, критика. Смысла в ней не вижу, да и насрать, что ты в ней не видишь смысла. Бам! Как относится менеджер КНЛ к такому поведению? Ну, вот здесь, видите, на меня все восторженно смотрят, все улыбаются мне в ответ и прочее. В Москве я не нашел такой поддержки, как в Санкт-Петербурге, поэтому я Питер не променяю ни на какой город, но в Москву я хотел бы приехать, чтобы пообщаться с москвичами, сделать семинар, да, ребят, мастер-класс для вас, для москвичей, чтобы собрать большую ораву и реально рассказать про НЛ, как на нем зарабатывается, насколько качественные компании и прочее. Я вообще здесь раскричался, видите, хожу как у себя дома, вообще это не по уставу компании. Я обещаю вести себя тише, если мне не придется кричать о помощи, помогите мне хоть кто-нибудь. В итоге мне помогают менеджеры из других структур. Я сейчас вас всех пристыжу. И отвечу за свои слова, если я не прав, я отвечу. Да, сейчас все улыбаемся, когда смотрим этот замес. Да, вы уже улыбаетесь, вам же интересно это шоу посмотреть, что происходит, правильно? Я вам это все создаю, так скажите спасибо. 2 апреля будешь про овсянку, чтобы ответил? Так я про овсянку ответил в предыдущем видео. Не хотите, не покупайте, если она для вас слишком дорогая и у вас нет денег на такой продукт. Бентли тоже, знаете, офигенно дорогой автомобиль. Но это не говорит о том, что он плохой. Он говорит, что он лучший. Если для вас... Понимаете, вот, например, для моего организма, мой организм в понимании, чтобы для вас донести, это Феррари. Я в Феррари буду заливать 98-й бензин. Я не знаю, который там заливается, но самый лучший бензин. Я не буду туда заливать 72-й. Я буду заливать только лучшее топливо для лучшего автомобиля. Бентли стоит своих денег. Да вы что? А семечки в пакетиках стоят своих денег? Себестоимость у них 3-4 рубля за пакетик. А продается за сколько? У меня пост о семечках есть в паблике ГОСТ. Почитайте, как вас напаривают семечками. Дорого не значит лучше, хотя у всех ценности. Согласен, дорого не значит лучше, но зачастую дорого значит лучше. В США таких НЛ миллионы, Бентли один. Нету в США НЛа пока еще. Ты высыпаешься? Да, спасибо. Да в жопу эти семечки. Ну и в жопу тебя, если ты меня не уважаешь и так позволяешь себе общаться в моем присутствии. До свидания. Планируешь из ББ уйти? Пока нет. Наверное, мне теперь уже придется ждать решения федерации, дисквалифицируют они меня или нет. Дисквалифицируют. Ну, что поделать. Нет, значит, буду выступать. Я найду лазейки, ребят. У меня мозги есть для этого. 2 апреля ответишь про овсянку или нет? Я же ответил уже. А, 3 апреля я буду на выставке, скорее всего. Ждите новости в паблике ГОСТ и в моем инстаграме. Там во всех моих передвижениях все четко, ясно, понятно. Вы всегда можете меня увидеть со мной, пообщаться, сфоткаться, взять автограф и так далее. Пример с семечками некорректный. Хорошо, себестоимость айфона какая? $150, максимум 200. Продается он за какую стоимость? За какую стоимость продается iPhone при себестоимости с $200? Это я проговорю про шестерку. iPhone 6. $200 он стоит. А сколько, за сколько он продается? iPhone хороший продукт. С херов ли? А говорят, что Android лучше. Докажи мне, что iPhone хороший продукт. У меня у самого iPhone. Но докажи, что он реально лучше, чем Android. Он стоит в несколько раз дороже, чем Android. Правильно? Востребованный телефон. Маркетинг, бляха-муха. В эту цену вложен маркетинг. Поэтому там такая наценка бешеная. С $200 продают там, я не знаю, за 1000 фактически. В 5 раз, 4 раза. Туда вкладывается все. И реклама, и логистика, и производство, найм новых сотрудников и прочее. Вон, Верту тоже хороший телефон.
Чего же вы все не на верту? Денег нет? Ложанули? Не заработали? И давай теперь хаять теперь все дорогое, что «Ой, у меня нет денег, я такой нищий, я такой беспомощный, не умею деньги зарабатывать, для меня все дорого». Это ладно, если это пацан скажет, которому до 20 лет, но которому после 20 лет, но наш современный мир. Школьники становятся миллионерами уже пока вы сидите и думаете «НЛ говно, я слышал». Что это говно? Еще мне в это ухо сказали, что говно. И вообще у меня нет своего мнения, я не разбираюсь в этом вопросе. Я слушаю то, что говорят другие люди. За что можно дисквалифицировать СББ, не знаю. Я, честно говоря, не знаю, за что могут допустить на Арнольд Классик. И я точно так же не знаю, за что можно дисквалифицировать. Кстати... Отличная новость, я правда об этом уже говорил, что Владимир Иванович Дубинин, наш президент, остается на посту, и я считаю, что это самый лучший президент на данный момент, и замены у него нет. Это незаменимый человек. Он поднял эту федерацию с колен, и до сих пор она развивается, и развивается, и развивается, и развивается, и в его руках это, ну, это сильно. Поэтому поздравим, кстати, Владимира Ивановича с тем, что он будет править еще несколько лет. Я так этому очень рад. Владимир Иванович, вам большой пламенный привет. Вы всегда можете мне позвонить в любое время, вы знаете. Так, ау, четвертый раз пишу о преимуществах компании. Преимущества компании я вам уже расскажу позже, если это интересно Цацулину. Если он напишет, какие преимущества у компании НЛ, я ему четко распишу в сравнении, возможно, даже с другими компаниями. Почему Миронова не дисквалифицировали, как дисквалифицировали, а Щукина оставили? Ну, нужен был показательный расстрел, просто взяли, там, Миронова расстреляли. Мне кажется, с одной стороны, это и справедливо, с другой стороны, нет. То есть, справедливо за то, что за неспортивное поведение его дисквалифицировали. Но вот со мной тоже какая-то порнушка появилась, например, в сети. Можете посмотреть, я еще сам, правда, не видел, но я примерно представляю, что там и кто ее выбросил. Я ничего не выкладывал, для меня это ненужная совершенно реклама. Я и так вас тут всех взбудоражил, мне еще добавлять масло в огонь, но мне нафиг это не надо. А вот было всего это двух у людей, у меня и еще у другого человека. Сами можете подумать, у кого. В любом случае, от меня информация никуда не могла ускользнуть, у меня только на одном носителе всегда. Я всегда страхуюсь. И писал в личку, напиши еще раз в личку мне, если у тебя есть какие-то вопросы. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку, я буду вас перенаправлять к Ксюше, потому что я не всегда могу всем уделять время. Кто хочет, что-то покупает, вам если не интересно, смысл говнить Игорю. Вот именно, не хотите, не покупайте. Я же вам не говорю, идите покупайте, как зомби НЛ. Я вам говорю, вот это мне нравится, вот этот продукт. Как знаете, там Optimum Nutrition. Вот мне нравится Optimum Nutrition. Ты своему другу говоришь, вот это мне нравится Optimum Nutrition. И в итоге ты всем отрекламировал за бесплатно, ничего с этого не поимел. А здесь компания по-другому. Ты отрекомендовал, чувак пошел купил, ты с этого получил, ты с рекомендации получил процент. На этом строится сетевой бизнес. Второй человек спорно Щукин. Не знаю, не понял вопрос. Ты по фотографии меня узнал, зачем игноришь? Мы договаривались о дебатах. А тут ребята о другом хотят поговорить. Я как большинство решает, так и буду. Вы меняете условия, я меняю условия сразу же. Вы же на моей территории сражаетесь. Я же вас не заставляю. Идите вон на свою территорию. Но если вы пришли на мою территорию, у меня свои правила. Свой монастырь, свои правила. Извините, ребят. Только так. Я уже в раздевалку ушел, чтобы меня никто не слышал, потому что слишком громко себя веду. Я уже получил в Москве за это. Ну, если надо, я еще раз так сделаю. Есть вопрос еще? Или я пошел домой уже? Я так понимаю, никому не интересно зарабатывать бабки. Но я все равно это буду показывать. Все правильно. Ладненько, ребят. Я вас жду здесь до 8 часов. Сейчас 6:30. До 8 часов вы можете узнать, как здесь можно заработать. Я вас жду именно здесь. Игорь, где инфа об этих миллионерах в НЛ? Инфа есть в системе, вы можете активировать систему и увидеть, вам эту инфу предоставят. Там есть даже понятие звезда, ДТ1, ДТ2, ДТ3, ДТ4, ДТ5. Например, Демиду я буду помогать закрывать ДТ4. ДТ4 в НЛ это определенное количество денег в месяц доход. Пообщайтесь со своими знакомыми,
кто в NL International, что такое DT4 и какой доход. Ребят, кто у меня тут в комментариях, напишите, пожалуйста, DT4, какой имеет доход в месяц? Кто у меня есть из НЛ? Кстати, кто из НЛ? Так, если у меня 1 миллион долларов, значит, я миллионер. Да. Долларовый миллионер, если у тебя 1 миллион долларов. А я не просто так. А вот ты просто так. Я тебе сказала, переключи на меня людей зарегистрированно, чтобы они активировались. Ты занимаешься сейчас непонятно опять чем. Ребят, чем я занимаюсь? Меня Ксюша опять отчитывает, она мой наставник. Я же с вами общаюсь. Вышел на доход миллион, я только 7 дней в компании. Вы что, упали что ли? Какой доход на миллион? Мне бы 100 тысяч сегодня сделать, было бы хорошо. Питер, сегодня будет конференция с тобой. Я жду! Уже она идет! С 18.00 до 20.00. 20.00 меня здесь не будет. Я завтра улетаю в Москву, уезжаю. В Питере больше... Ксюша клевая. Дрон Февер тебе написал. Демид наставник? Нет, наставник Ксюша. Но Демид завтра меня будет прокачивать. Я так понимаю, что с Ксюшей у нас не очень хороший тандем. Она не может со мной нормально общаться, и я с ней. Ты кто чем занимаешься? Я Игорь Гостюнин, автор проекта ГОСТ. А можно я сделаю одно скажу? Да. Парни, если у вас, из вас есть этот классный, реальный чувак, пишите мне, давайте с вами делать очень крутой бизнес по семейному контракту. Выведу кстати, очень быстро. Да. Кстати, Ксюша ищет себе красавчика, кого тебе? Жениха. Мы будем вместе работать, зарабатывать, тусоваться. Вообще, просаживать бабки, тусить. Просто, да, зарабатывать по 5 миллионов в месяц, вообще кайфовать, отдыхать в лучших отелях. 5 миллионов, это кто зарабатывает? ДТ5? Черняховский, Олег и Аня. ДТ5. Да, и вот что я, в принципе, думала, что я буду делать с Гостюниным, но это совсем не мой экземпляр, поэтому да, пусть что он достанется кому-нибудь, он уже кто он без мозгов. Он уже достался, все хорошо. Тому, кто без мозгов. Потому что если есть мозги, это очень тяжело вынести человека. Надо, чтобы мозгов не было. Вот, поэтому... Слушай, много мозгов. Да, поэтому я как бы отдаю Гостюнина в другие руки. Ну замечательно, я свободен. Поэтому я свободна, свободен, да, абсолютно. Ксюша, есть ВК? Да, скажи Ксюнечка раз, счастливая, я пишите. Если вам вообще интересно со мной пообщаться на тему бизнеса, сейчас Демид... Ой, господи, Демид, сейчас тайно влюблена в Демида, видите? Сейчас... Игорь пойдем. Гостюнин сделает перископ, может, на меня. Я не, включу не, погоди. На тему бизнеса. Хорошо. Абсолютно перископ вся. Твой, на твой сделать ссылочку? Ну, сейчас я войду, если людям интересно. Ребят, мы с вами договаривались о чем? О том, что вы меня сейчас будете задавать конкретные вопросы, а Ксюша вам даст по бизнесу конкретные ответы, да? Да. Если вам это интересно, сейчас я включу свой перископ. И со всеми с вами пообщаюсь. Извините, я тут ем, я всегда ребят, ем. Да, ребят, значит, смотрите, сейчас ситуации, правила меняются в ходе игры. Да, вы на моей территории привыкаете, что правила постоянно меняются. Не нравятся мои условия? Идите в другие паблики. Пожалуйста, побыстрее. Вот дверца, вот побыстрее, вот туда идите. Вот дверца, вот я. Да, а вот дверца, а вот здесь, Ксюша, смотрите, ну просто смотрите, просто богиня. Все. Я все время на Ксюшу залипаю, но... Да, я залипаю, думаю, как же, блин, ей так сказать-то, чтобы она поняла, как нужно зарабатывать бабки, а то она все в меня не верит. Посмотрите, хоть это наставник у меня, но да все хорошо. Ты что там? Залипаешь, я не понимала за этот момент. Короче, ребят. Ребят, у нас с ним ничего нет вообще, абсолютно, да, если я, что. Я Ксюше ищу жениха, кстати, тоже, чтобы она на меня так и не это. Ребят, давайте шучу. По бизнесу, на самом деле. Короче говоря, ребят, смотрите, было обещание, что по бизнесу все вопросы мы разберем. Итак, я сейчас в паблике у себя на странице в Инстаграме, у себя на личной странице ВКонтакте, в паблике «Мясо по ГОСТу». Нет, в паблике «Мясо по ГОСТу» я обещал ничего не делать. Я пока что буду держать свое сообщение. Перископе он сейчас переведет на меня, я отвечу на все интересующие вас вопросы по бизнесу. Вот, и везде ссылки, во всех пабликах вы найдете на Ксюшину... На Ксюшин давайте перископ. Давайте уже работать, ребята, наконец. Давайте работать реально. Хватит, все, я свое слово сказал. Я уже такое предисловие сказал, что вы уже, блин, можно уже побежать бы в НЛ. А почему она яблоко ест, а не еде? О, господи. Я ем грушку. Она грушу ест, вы че? Все еды я уже съела. Вот, Ксюш, какой перископ у тебя? Скажи, какой перископ. Перископ.
А сейчас сделаю, я включу сейчас, а Игорь сделает репост. Наверное, да, так будет проще. Да, все. Так будет проще. Все, ребят, Игорь, когда свадьба, скоро свадьба, но не на Ксюше. Все, ребят, короче говоря... Я же хочу спокойного, нормального мальчика, кто хочет быть миллионером. Да, она не выдерживает уже реально. Мы с ним можем как брат с сестрой быть, видишь, мы даже похожи. Я красивая, а он ёбнутый. Короче, ребят, все, давайте займемся делом. Поржали, пора деньги зарабатывать. Перископ Ксюши на стене. Сейчас он везде напишет и сделает репост. У Брутала уже нет контракта, есть контракт со мной, хоть хочет и Брутала, и FitHell сотрудничать, и FitMax, и какие только и бренды Ксюша. Не хотят. И Ксюша первая тоже Ксюша хочет. Вы не представляете, сейчас просто на разрыв. Я вам говорю, я ехал сегодня с Петроградки до Невского в такси на протяжении 15 минут. Со мной захотели встретиться и угостить меня обедом три разных человека. Три разных классных бизнесмена. А я приехал к Ксюше. Ну, выбрал из троих Ксюшу. При том, что на обед у меня Ксюша ничем не накормила. А что я тебе привез, Ксюша? Что ты мне привез? Да. Кофе с молоком. Кофе с молоком. Он вкусный был? Очень вкусный. Вот так вот. Я забочусь о своих женщинах. Слушай, у меня такие щечки стали, что они скоро уже не влезут на это. Смотри, все у тебя, видишь, Ксюшу скушай. Они тебя любят уже, смотри. Так у меня такие щеки, что надо пора еды есть. Во, кстати, мы же хотели замутить проект, чтобы я Ксюшу потренировал. Да. И, ну, короче, чтобы она похудела, наверное, же диеты. Реально посмотрим, можно ли на нем похудеть. Как можно? Я на 10 килограмм на нем за полтора месяца. Девчонки, рекорд у меня за полтора месяца минус 10 килограмм. На еды наела? Нет, честно, наела на сладком. Очень люблю сладкое. Нету любви и секса, получается, как-то заменять, понимаете? Присуши ее на еде. Да, конечно, я уже начала, каждый день сажусь, каждое утро, но потом все заканчивается сладеньким. Так, надо, ребят, влюбиться, все. Мне надо влюбиться. Да. Короче говоря, ребят, все, сейчас давайте ссылки пройдем. Я везде все делаю и начинаем реально говорить про деньги, про бизнес. Кому интересно, вперед. Оскорбление в бан, нечисть в бан. Да, это запрещено. Если будет хотя бы одно слово в сторону Ксюши, вы прилетаете в бан везде. Во всех пабликах мои и на личной странице, и вы со мной никогда не свяжетесь, если вы оскорбите хотя бы одну из женщин, с которой я как-то общался и соприкасался. Ксюша, перископ, я все понял. Все, ребят, будьте, как всегда, умнее, добрее, веселее и здоровее. Подписывайтесь на мой перископ, ставьте лайки и увидимся с вами. Смотрите, здесь одни менеджеры тут ходят, деньги зарабатывают. Вон, один, второй, третий. А вы там сидите и обсираете друг друга и компанию. Короче говоря, все, ребят, всем добра. Увидимся с вами скоро. Перископ, как видите, трансляции стало больше. Я вам устраиваю движуху. Все, ребят, все будет круто, все будет интересно. Я вам расскажу, как зарабатывать бабки и как накачаться. Разорви всех, я разорву! А еще смотрите, я еще распеваюсь, короче. Смотрите, чего я достиг. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, до. Блин, фальшивлю, короче. Ладно, все, ребят, давайте, пока.